Кеннеди как-то сказал, мы созданы, чтобы осваивать неизведанное. Но не важнее ли повседневные проблемы? Поэтому я и занимаюсь этим. Хотите обсудить практическую сторону? Хорошо, посмотрим на это с практической точки зрения. Когда я думаю о космосе, то думаю о той притягательной для насилия, особенно в плане образования. Это подталкивает нас к изучению естественных наук, инженерии, математики и технологий, фундаментальных дисциплин, так сказать. Изучая их, независимо от того, постигаешь ли ты конкретно космос и все, что с ним связано, или нет, появляется все больше людей, которые думают по-другому. Например, что вы скажете при виде надвигающегося урагана? Побежали в магазин за туалетной бумагой и водой. А можно подумать, как нам отвести силу урагана, чтобы он не сравнял город с землей, а наоборот дал ему энергию. Можно подумать, а как изменить направление астероида, вместо того, чтобы думать, куда от него бежать. Когда есть ученые и инженеры, задаются совсем другие вопросы, и появляются совсем иные решения. Решения, которые меняют нашу культуру, меняют и наше отношение к Земле. Почему?